11 миллиардов манатов составил оборот облигаций на Бакинской фондовой бирже за прошлый год, превысив показатели 2015 года. Одним из факторов оживления рынка стала крупная эмиссия облигаций государственной нефтяной компании Азербайджана «Сокар», сообщили CBC в бирже. В отличие от ценных бумаг, выпущенных другими госструктурами, центральным банком и Министерством финансов, они являются долгосрочными и доступны широкому кругу физических и юридических лиц. Привлекательность облигаций обеспечивается их стабильной доходностью, а также высокой ликвидностью. Облигации «Сокар» можно продать на вторичном рынке и получать процентные выплаты. Основное преимущество облигаций перед другими ценными бумагами заключается в том, что доход выплачивается стабильно несколько лет. Перед их эмиссией заранее объявляется, в каком размере будут выплачиваться проценты. Это очень выгодно для физических лиц и инвесторов. Вышесказанное нельзя отнести, например, к акциям, так как их доходность зависит от доходов компании-эмитента. В таком случае нет определенности относительно того, будут или нет выплачиваться дивиденды. Gövdeden asıl olarak dividend verebilir, vermeyebilir.